Посмотреть на аварийный дом по улице Некрасова приехали депутат Московской областной думы и глава города Пушкина. Ирина Слуцкая и Елена Некрасова побывали в гостях у Татьяны Филипповой. Женщина одной из первых получила ключи от нового жилья. Здравствуйте. Здравствуйте. Заходите в наш сарайчик. Почему же сарай? Вот так мы живем, жили. Так Татьяна Филиппова отзывается о своем прежнем месте жительства – комнатке в коммунальной квартире. В небольшом помещении, где женщина провела большую часть своей жизни, сыро и темно. На потолках пятна от протечек кровли. Уезжать отсюда и обустраивать новое жилье для женщины – долгожданное событие. На 18-й привезти кухню. Вот. На холодильник там я этот не беру, здесь оставляю. А там, значит, покупаю и машинку. Ну, туалет с ванной вместе. Новое жилье взамен аварийного Татьяне Филипповой дали в жилом комплексе «Новая Пушкина». Квартира по улице Просвещения с косметическим ремонтом. Оборудована всем необходимым, начиная от ванной и заканчивая кухней. Въезжай да живи. Конечно, одна. Кухня моя своя, и ванная своя, все свое. Конечно, все-таки более приятно жить. Так что очень спасибо вам большое за все спасибо. В ближайшее время новое жилье взамен аварийного и ветхого в Пушкино получат еще несколько десятков семей. Это жители микрорайонов Кудринка, Клязьма, а также улиц Озерной, Маяковского и других. В прошлом году мы планировали купить 209 квартир. В бюджете у нас денежные средства были предусмотрены. Но, к сожалению, застройщики, которые строят жилье в городе, они не смогли нам предоставить нужного количества квартир, поэтому было закуплено только 77 квартир. Областная программа по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилья действует до 2019 года включительно. В этом году также проведут конкурсные процедуры на покупку оставшихся квартир тем, кого не успели расселить в прошлом. Инга Лапикова, Павел Розин, Пушкинское телевидение.